Ваш инвентарь до сих пор пустует? Пора это исправлять. Elite Case представляет. Бесплатные кейсы каждые 24 часа. Ежедневный бонус в размере 10 рублей. Частые промокоды. Все это и не только на elitecase.net. Всем здорово, друзья! С вами, как всегда, Кофе и, конечно же, Алекс Фукс, а точнее, какая-то непонятная чё лягушка. Такой и сегодня мы будем проходить какую-то новую кооперативную карту в CSGO. Хей, братишки! Мы, ребятки, вот только-только зашли сюда и только обратили внимание на то, что наши персонажи очень-очень странно. Вырели, посмотрите на эту лягушку. Я тебя жизнь помотала. Ну, Сань, ну что ты приуныл так-то, а? Ты что, в двойку, что ли, получил? Я говорю про тебя, ты так выглядишь, не я так выгляжу. Тебя в угол поставили, Сань, ну что, ну нормально все будет. Ну, Сань, ой, иди в жопу, я побежал. Пройдем мы карту сегодня, ну нормально, поиграем сегодня. В общем, друзья, мы отправляемся, опять же, не зная куда. Мы... Что? Воу, это, а чё, блин, а где лягушка? Подожди! Я договаривался по контракту с лягушкой идти! Что? Контракт написан с лягушкой! Блин, ну слушайте, конечно, костюмы реально топовые. Так, костюмы, это знаешь, прям... Стоять! Здрасте! Стоять, стоять, где тут не хватает, это знаешь, песня? Передача в мире животных. В мире террористов. Сейчас он отдыхает и не думает. Мы наблюдаем за обитанием террористов. Нормально такой, слушай, а? Подожди, дай углы почекать. Так, брат, брат, тут открылась дверь! Брат, нужна помощь, срочно! Да смотри, как я могу! Откуда ты оружие нашел? Да я там в углу нашел. А, реально там валялось? Да. Так, вот дверь открылась, подожди. О, тут граната хрена, так, зачем нам? Так, погнали дальше. Ебра, вы че, откуда появились там? Че тут, откуда они все здесь появились? Так. Короче, я работаю по старой тактике. Саня просто, Саня зажим, знаешь. Саня зажим, Саня пулемет. Так, все, вроде бы больше никого нет, да? Или давай, может, проверим, может быть, что-то упустили. Или, может быть, что-то еще. Я никого не вижу. Ну, здесь, по-моему, мы полностью территорию зачистили. Значит, здесь, я думаю, вряд ли кто-то уже будет. Ну, слушай, задание мне уже начинает нравиться, даже из-за тех... А что я сделал? А, все нормально, все нормально. Мне оно уже просто нравится, даже из-за тех моделей, которые были в самом начале. Так, а куда ты? Нет, не сюда. Подожди, вот дверь. Ну можно и туда, по сути. Так, смотри, дверь закрыта, вам нужно найти C4, чтобы открыть ее. Так, Саня, это C4? Нет, это не C4. Так, может, C4 идет наверху? Возможно, возможно. Тут только, походу, паркурить надо, да, чтобы запрыгнуть. Так. Дверь закрыта. А у меня нет C4. А, лол. А, она здесь, что ли? Да, я нашел. Ну всё, погнали, погнали, погнали. Знаешь, лазишь. Сейчас быстренько дверь взломаем. Ну, правда, сейчас будет замедленная, давай. По-любому, Сань, ну когда взрывы, всегда начинается слом. О, здрасте. Здрасте. О май гад, мэн. Так, все, Сань, смотри, я залетаю. Прикрывай. О, сзади. Я прикрыл, брат. Спасибо, спасибо. Мы спали. Бог съемка, который с бушаком, я, пожалуй, ее возьму. Мы самый лучший отряд. Мы ты самый так, ну ты шо так невнимательно, да, Санёчек, а? Сюда, да? Так, смотри, дверь... А, подожди, ты какую дверь открыл? Ту? Я просто сейчас к этой двери подошел, мне написано, что дверь закрыта и нужно найти ключ. О, сортир. Подожди, это какой? Так, здесь у нас... Фу, как ты мог, это в смысле? Это женский. Ой, фу, все, извиняюсь, извиняюсь, извиняюсь. Не-не-не, Сань, ты этого не видел, ты это надо будет вырезать момент. Я пока сюда зайду. Ой, фу, сам зашел, посмотрите, куда, а? Так, о, Сань, тут ключик. Походу, или что это такое лежит? Ну, это больше всего на ключ похоже, я не знаю, на что это похоже. Я не знаю, что еще можно с собой носить в женский туалет. Так, здесь... О! Что-то нажал. Я нажал на зеленую кнопку просто. И что ты сделал? Обычно на картах это какая-то текстурка. И, по идее, какая-то дверь должна была открыться. Может быть, это? Нет. А может быть, вот там, вот дальняя? Подожди, подожди, подожди. Я думаю, вот эта дверь. Нет. Там можно уже залезть наверх и посмотреть, может быть, там что-то открылось. А я где? Так. Тоже нет. Хм. А куда тогда бежать? Слушай, разве а есть сзади дверь, которая может, вообще наверху ворота? Открылась? Да, 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 смотри, вот эта дверь открылась. Вот она, вот она. Давай так, сюда. Так, обратно возвращаемся. Оп, паркур. Ой, тихо. Не падай. Так, ну чё, где все? Где все? Сейчас по-любому будет война. Сука, ты где? Сейчас по-любому... Никого. Нарвемся же на неприятности, а? Чё, ну мы самый элитный спецназ. Ну почти. Мы получаем миллионы гонорары. Гонорары. О, подожди, может сюда? Я просто, понимаешь, я сейчас хожу в ожидании того, что сейчас на нас реально кто-то нападет. Смотри, спорим здесь, смотри, давай. 3, 2, 1. Каждая дверь, она закрыта. Не... О! О, тут оружие есть. Братан, я... Я шприцы нашел. Стоп, это что такое? Смотри! Я сейчас буду хак... Я, короче, сейчас почувствую себя в роли хакера, смотри, все.
Мы взламываем компьютер. Это главный компьютер. Видишь, туда же процесс отображается. Смотри, мне кажется, себе, как будешь круто. Взламывать компьютер, и нас сейчас будет нападать. Сайт, смотри, как это... Стоп. Ошибка. Подожди. Что-то сломалось. Плохой себя хакер, братан. Так, нам нужно найти то, что сломалось. Смотри, офигеть! Ты посмотри на это, Сай, мне это напоминает чисто Watch Dogs 2. Так, походу, так, это зеленое у нас. И это зеленое у нас. Я понял, ты сейчас будешь взламывать, а я должен быть отбиваться, что ли? Подожди, нужно найти, походу, какой-то рычаг, который горит красного цвета. Но тут все зеленого. Так. Странно, а где он тогда может быть? Ага. Ты там лазишь, лол. Да, я ж тебе сразу сказал. А вот он, рычаг зеленого цвета, говорит. Нет, нужно найти именно красного, походу, потому что тут все горят зеленого. Слушай, тут еще все так охлаждает. А, вот он! Это вейп. Как так можно было не заметить? Так, все, смотри. Мы взламываем дальше. Чего это? Это вейп. А, это вейп. Ну да, вейперы, опять собрание вейперов уже достали. Ах вы вейперы. Так, Сань, ты, кстати, можешь пойти туда и как бы ждать, пока еще какой-нибудь рычаг слетит, потому что я уверен в том, что по-любому какой-нибудь сейчас... У меня нож, новый ножик, мне можно. А где? О! Я только... Это что за... Вы ниндзя хреновы. Откуда они здесь появились? Не знаю, но ниндзя какие-то. Там чел вообще как это полетел ко мне, он даже не побежал. Там еще кто-то есть? Да. Ой, здрасте! А вас никто не звал сюда? У нас тут закрыта вечеринка вообще-то. А ну-ка уйди отсюда. Ну блин! Ты хотел типа постелиться, типа, да, Сань, ну сорян, ну прости, пожалуйста. Типа я тут ниндзя такой, да? Ой, это вот что-то было такое! Вот это что такое! Так, спокойно, у меня закончились патроны. Стой, не трогай, не трогай. Патрон, вот этого не трогай. Вот этого не трогай. Саня, у меня патроны так... Откуда он? Издевайтесь, что ли, а? Они реально какие-то компьютеры, бешеные! Да отстаньте от меня! Кошмар какой-то, просто ужас, а? Чё, компьютер? Кого на работу нанимают? Ты посмотри, сколько крови, да? Я не соображаю. Запачкали мой ноутбук, ну что такое начинается? Ты нормально там, да? Здрасте. Не нужно ничего искать? Здрасте. Все, починил. Так, Саня, у тебя, кстати, сколько хп осталось? 1852. У меня 1006 хп, я не знаю. Ох, СВП, здрасте. Заговорили про хп. Вот реально, не вовремя заговорили про хп. Так, Сань, подожди. У нас злом... Нет, у нас злом остановился, ты понимаешь? Нам нужно срочно найти кнопку. Где-то там, походу, где-то вот с этой стороны. Вот она, все, нажимаю. Какие-то странные. Я не знаю, мы продержимся вообще с такими темпами или нет. Да пошел ты, да ты пошел. Что-то мне подсказывает, что нифига подобного. Может, я хочу ноузумить. Я хочу ноузумить. Сань, я бы на твоем месте этого не делал, потому Смотри. Что у нас клиентов тут так вот дофига, понимаешь? Оп, а блин, то всех забирает. Тут нельзя... Возьму эту эмку. Не, вот это. Здрасте. Нет, нельзя рисковать патроны. Жизнями своими, понимаешь? Сань, я без себя тут не прорвусь никуда. Ой-ой-ой-ой. Убей его. Ты убил? А, нет. Тихо, у меня просто патроны кончились. Спокойно, спокойно, слушайте, ребят, обстановка-то накаляется потихоньку. Да, что там с рычагами? Сань, у меня 716 хп. Да отстаньте вы от меня. Я в доме. У меня патроны кончились. Опять, слушай, блин. Так, это М-ка? Чья М-ка? Да сколько их здесь, я не понимаю. Мы сколько уже человек убили, отстань от меня. Сань, это кошмар какой-то. Так. Я ухожу, я Олег, я пока прикрываю там все. Давай, давай. Ой! Мне просто в одну комнату нужно зайти. Какую? Тут оружие просто есть. А, ты обратно пошел за оружием? Да. Сань, ты меня одного оставил на производство были, что? Ну, прости, брат. Я сейчас вернусь. Спокойно. Откуда там оружие есть? Я буду тоже возьму. А чё ты раньше не говорил, что тут оружие есть? А ты не спрашивал. А ты не говорил. А ты и не спрашивал. Спасибо большое, да. Вот ты бы спросил, я бы тебе дал. Да вы чё? У меня 500 хп осталось, я не понимаю, мы такими темпами... Я шприцы вообще нашел. О, точно, шприцы, отлично. Но мы такими темпами, Сань, мы не продержимся здесь. Да, продержимся, у меня пулемет. Сколько у нас осталось? Осталось еще, блин, на кнопку нажать один раз. И думаю, здрасте, молодые человеки. Так. Молодые человеки? Вот она. Да, я на КД уйду. Я видел. Ну уйдешь, куда ты сказал, чё? На КД. Саня, срочно! Нет. У меня 278 хп. Стоп, опять кнопку еще нажать надо, да? Да. Да господи, как долго здесь можно стоять и прикрывать этот гребаный компьютер, когда мы уже все взломаем-то, а? Уже бесит компьютер, Лили. Ты?
Это я. Подожди, а так почему не взламывается, если у нас все кнопки горят, по идее, не? Да, должен продолжаться процесс. И дверь еще не закрывается, блин. Нет, что-то сломалось, может, тут. Стой вот так вот как-нибудь, я не знаю, Сань, ну не играй ты в открытую. Да нормально я играю, Сань. Нет. Не, я понимаю, что ты нормально играешь, но просто мы так... Сколько у тебя хп осталось? Вот у тебя как бы, ладно, и тебя еще... Можно не переживать, как бы, понимаешь, номерок, но ты человек, блатно, у которого 267 хп, и столько врагов, как бы, приходит каждую секунду, это вот не есть хорошо. Не знаю, все рычаги почему-то починят, а я не знаю, где что. Я вот не могу понять, процесс идет или нет. Все, Сань, все. А все, куда все. Теперь? Так, значит, смотри, нам нужно нажать. О. Это мы где? Ой, мамочки! Сань, там, походу, элитная. Это что сейчас было? А, лифт, походу, работает теперь. Так, смотри, да, походу, нам нужно теперь идти на лифт. Сейчас, я пойду оружие возьму. Да, бей, убей, убей, убей. Ты убей. Невидимый. Убей. Так, ты тут что, оружие, что ли? О-о-о-о. Пулемет, здрасте. Только, ребят, после того, как пулемет пофиксили, это не есть хорошо на самом деле. Не, говно, это пушка, так. Так, давай я тоже выберу чем-нибудь. Я возьму я это. Не особо хочу с пулеметом. А тут есть что-нибудь полечиться? Так, я СКАР 20, наверное, возьму или эмочку. Вот я эмочку, наверное, возьму. Себе, не полечиться. Ее ненадолго мне, хватит. Не отказался полечиться. Короче, я калаш возьму, все. Вот калаш, это тема мощная. Погнали. Так. Ой, так тут калашей-то сколько, а? Давай калаш еще возьмем. Все, закрылись и поехали, нажали на кнопочку, только вот непонятно куда. Стоп, ох, сколько тут! Это Джиггернаут. Саня, это походу босс. Саня, это походу босс. Саня, это походу босс. Подожди. Быстрее в голову стреляй, пока он с пулемета стреляет, пока у него разброс дичайший. Все. Знаешь, была такая эпичная музыка, так прям, знаешь, типа жестко, как будто с Дарт Вейдером стояли с каким-нибудь или что. Она, наверное, вот сюда теперь, да? Ну, походу, теперь у нас пошел паркурчик, и потом, знаешь, так резко умирает, но музыка заканчивается. Так, теперь тут самое главное, конечно же, нам не упасть. О, лесенка специально для нас, спасибо большое. Так, здесь у нас что такое лежит? Здесь у нас... Тут жесткий диск, и тут здесь это... Вот знаешь, чем его ошибка была? О. Ты подобрал один из пяти. Саня, хочешь прикол? Знаешь, почему он по нам ни разу не попал? Потому что вот это вот пофиксили у нас, получается. Так, Assassin Creed. У нас пофиксили Женегев, да? И теперь вот, когда первые пули, у него вообще в сторону летят как-то. Нам туда, наверное, да? Подожди, стой! Нет, не сюда, наверное. Или сюда, я не знаю. Да, сюда. Ты уверен? Не! Ладно, срать. Какого просто? Почему я не допрыгнул? Почему? Серьезно, что ли? А? Потому что ты не играл в Assassin's Creed. Ну да, это есть такое. Какого просто? Я просто самый лучший паркурист. А что здесь делать? Тут надо, походу, собрать все эти диски, которые, ну ты понял, да? Надо их найти сначала. Ну ищи. А я что делаю? Не, ну это, конечно, ребята, жесть. Ну как так вообще, а? Тут ничего. Еще выше, может быть, поднимешься? Давай еще выше. Чё мне терять? О, подожди. А, вот зачем. Что? Офигеть! Подожди, а вопрос? А, я не могу сейчас понять. Он хочет. Чё ты хочешь? Слушай, дядя? А если тут кто-то должен стоять там? Куда он везет? Я не знаю. А, смотри, на походу... На ту крышу, походу, да. Походу, да, смотри, сейчас ты с помощью этого... Нет, стой, вернись обратно, налево, посмотри. А вот нифига подобно, ну-ка, понажимай, может быть, еще на кнопочке. Давай еще разок. Блин. Не, ну это не то. А если кто-то должен стоять один там, а другой там? Думаешь так? А что ты там, туда будешь прыгать, вдаль? Смотри. Не знаю. Не знаешь? Какая-то логическая загадка уже начинается. Давайте думать вместе с Сашей. Олег, давай думай, ты мозги, я сила, давай. Да блин, я не знаю. Ну-ка, может спуститься еще ниже тебя, не сюда, назад повернись. И вон туда вот, прыгни вот сюда вот, да. Сейчас направо заверни, вот сюда вот. Налево, направо, не туда, ну прям беги вот здесь. Я тут сами. Смотри, видишь, справа есть еще одна какая-то крыша. Не знаю, может быть, слушай, а если пока вот он едет вот туда, перескочить успеть, не? Не получится.
Или по сути, давай я могу, как бы, можем отсюда начать, когда и тебя еще возродим. Ну, если, давай, вот сначала попробуй, попробуй то. Давай, попробуй. Если что, я сдохну в одном случае, в любом, там, не знаю. Подожди. Нет, так-то реально будет очень да круто. Да еще, по крыше прыгаю, отлично, а здесь я до коробки забрался. На ящик сложно залезть, да? Да. А на бутылку просто. Так, смотри, давай, прыгай вниз, прыгай вот сюда вот вниз, давай. Так, я смотри. Я не допрыгну. Ну подожди, еще не важно, еще не точно, вот тут вот, смотри. Вот тут ты можешь допрыгнуть, Сань, готовься к прыжку, готовься. Допрыгиваешь? Давай, прямо сейчас, пошел. Оп. И быстрее, перебегай быстрее. Подожди. Чё, Риви так надо было сделать? Чего? What the fuck? Подожди, Сань, ты должен типа сейчас сесть на вертолет или что? Я не знаю, но это what the fuck. Нифига себе, там смотри, как вертолет. Ты видал, как он двигался? Подожди. Вы прошли кооперативную карту или что? Я не понимаю тоже, как бы сейчас это. Ты у меня вообще как-то странно отображаешься. У тебя сейчас тоже небо только видно? Да, у меня сейчас видно небо и надпись. Мы, походу, прошли. Да подожди, еще не точно. Прошли. Чтобы мы прошли эту миссию, должно показаться... Мы должны были, наверное, добраться до подожди, зоны эвакуации. Подожди, затемнение экрана. Мы сейчас увидим большие сиськи. Большие сиськи. Сань, ну как всегда вовремя. Такие две сиськи, знаешь? Так? И вот может, что такое? И где мы, что такое? Походу все, мы добрались до зоны эвакуации и все. Ну что ж, дорогие друзья, на этом наша сегодняшняя карта кооперативная подошла к концу. Все-таки оказывается это реальный финиш, и мы дошли до самого конца, и мы смогли ее пройти. Вот, надеюсь, вам серия понравилась, и поставьте сегодня лайки, подпишитесь на канал. Ну а с вами были, как всегда, конечно же, Кофи и Алекс Фукс, и всем пока-пока! Покосики, ребят!